Фермер нашел на огороде волосатый камень и принес его домой. Несмотря на то, что современная наука смогла исследовать и объяснить множество секретов природы, последняя таит в себе еще много необычного и непознанного. Фермер из Китая Бо Чунлоу, как обычно прогуливался утром по своей ферме и вдруг на что-то наступил. Под ногами он ощутил нечто, покрытое волосами. Внешне это напоминало камень, покрытый достаточно длинными волосами седого цвета. Бо понравился этот камень, и он решил взять его домой в качестве декора но какого же было удивление фермера когда он обнаружил что волосы на камне спустя несколько дней стали длиннее он не на шутку испугался и решил найти специалистов которые могли бы объяснить происходящее исследовав место нахождения камня эксперты выяснили что волосы на камне вовсе не волосы а древняя насекомое, которая когда то жила на глубине океанов и питалась планктоном как оно оказалось на ферме неизвестно но Боб поспешно согласился отдать находку ученым. Уж очень она его напугала. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.